Все для фронта, все для победы. Ульяновские студенты изготавливают изделия для российских военнослужащих. Многие учащиеся являются участниками акции «Мы вместе». В Ульяновском профессионально-политехническом колледже волонтеры встретились с губернатором Алексеем Русских. В рамках мероприятия организована выставка студенческих работ. Печки, свечи, теплая одежда. Студенты техникумов и колледжей всеми силами поддерживают участников СВО. Молодежь уже изготовила и отправила в зону СВО 77 печей, 76 толстовок, 74 пары стелек и 16 противооткатных буферов. Образцы своих работ студенты показали главе региона. Мы из Ульяновского медицинского колледжа, меня Светлана Борисовна Анулевой. Наш колледж делает вязаные изделия, это носки, варежки. Также наш колледж производит окопные свечи. Все изделия очень важны для военных, особенно печи, с помощью которых можно согреть помещение и приготовить еду. Студенты продуктивно работают, преодолевая все трудности, включая отсутствие необходимых материалов. Например, студенты Индинского государственного техникума сделали печь из газового баллона. Убрали кран, протравили баллон от мусора, вырезали отверстие для прохода тяги и крышку, сделали надпись, а затем дополнительно прожгли печь, чтобы ушел запах краски. Делали надпись «Инзазов техникум». Потом мы закладывали туда дрова, чтобы ее прожечь от краски. Еще с прошлого года студенты делают печи для солдат различных форм и объемов. В Ульяновском профессиональном политехническом колледже также прошла демонстрация производственных цехов, где изготавливают печи «Буржуйка». После прошла церемония награждения лучших студентов. Сегодня представлено 24 профессиональных образовательных организаций. Из этих 24 достойными стали 13. 13 ребят, волонтеров, которые с первого курса, начиная и уже даже до него, еще в школе, они начали свою волонтерскую деятельность. Сердцем прикипели к тому, чтобы помогать людям. Помимо награждений и презентации, волонтеры подробно рассказали главе региона о своих проектах. Участие в новогодних акциях, встречи с военнослужащими, работы медиков и педагогов с жителями Донбасса. Губернатор высоко оценил работу студентов. Такая взаимопомощь, поддержка земляков в кризисной ситуации очень важна и очень нужна. Именно вы, добровольцы, волонтеры, наполняете ее жизнью. На достигнутом студенты останавливаться не планируют. Новые проекты уже в работе, ведь волонтеры понимают, как участникам СВО важна непрерывная народная поддержка. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.